Интересный, насыщенный и полезный досуг, причем как у взрослых, так и у детей. И это главная задача санатория – обеспечивать продуктивное времяпрепровождение своих гостей. Именно поэтому сегодня в «Знании» открыли «Знаюшку». Детский развивающий клуб – это очередная игровая зона для маленьких постояльцев. Здесь уже есть веревочный парк и детская площадка с аниматорами. Теперь ребята, помимо активной деятельности, смогут заниматься английским, хореографией, посещать город мастеров, монтировать собственные видеоролики. Запланированы здесь и мультпросмотры. Для этого помещение трансформируется в кинотеатр. Мы надеемся, что это найдет положительный отклик в душе наших гостей, что они оценят наше желание сделать отдых наших маленьких именно гостей более ярким. Посещать детский развивающий клуб «Знаюшка» могут и гости санатория, и просто пациенты того же медицинского центра. Это такой очень большой, серьезный шаг в общей стратегии санатория, потому что мы хотим стать самым комфортным санаторием в России для отдыха и санаторно-курортного лечения вместе с детьми. Мы их любим и стараемся сделать так, чтобы и детям было комфортно, и при этом взрослые могли уделить внимание себе, сходить на процедуры, отдохнуть возле бассейна или посетить фитобар. То, что в «Знании» угадали с открытием очередной зоны, говорит количество детей, пришедших на открытие клуба. Ребята попали на самый настоящий праздник с аниматорами и угощениями. Оценили маленькие гости и наполнение развивающего клуба. Тут очень много всего, новые игрушки. Здесь есть PlayStation. И очки виртуальной реальности. Что, правда? Да. Где? Развиваться и отдыхать. Для реализации первой задачи в «Знаюшке» будут работать квалифицированные педагоги, а для второй – веселые аниматоры. Лучший отдых – это отдых с детьми. Доказано санаторием «Знание». Ольга Десятова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.